Грандиозный праздник с аниматорами, конкурсами и угощениями организовал для воспитанников Центра «Старт» торгово-развлекательный центр «Баше». Его генеральный директор, председатель фонда возрождения Сергей Воронков, поздравил ребят с началом летних каникул. Игры, веселье и угощения. Так ярко и радостно встречают лето мальчишки и девчонки из Староскольского дома детства. В торговом центре «Баше» сегодня, в День защиты детей, все развлечения для них. Разделившись на две команды, ковбои с интересом выполняли задания аниматора. Состязались в эстафетах на силу, скорость и ловкость. А когда пришло время подкрепиться, ребятам накрыли красивый стол. Фрукты, сладости и всеми любимая пицца. Праздник в Баше продолжился концертом и играми в парке аттракционов «Час пик». Хороший праздник провели. Тут много всего хорошего. Был в этом, там, где игровые автоматы, и был в лазертайке. По инициативе генерального директора «Баше» Сергея Воронкова, торгово-развлекательный центр «Баше» организует такие благотворительные праздники не только в День защиты детей. Не первая наша встреча с Сергеем Ивановичем. Детям очень нравится здесь. Мы и до этого приходили, вот динозаврии были. Если у нас какая-то есть проблема, он ее помогает нам решать. Что, ну, сегодня, так как уже в честь праздника, нас пригласили на весь день. На базе «Баше» мы провели конкурс чтецов, конкурс вокала, конкурс танцев. Просто праздник для семьи. В День семьи был организован большой-большой праздник при поддержке «Баше». И за это им огромное спасибо. У нас здесь предоставляются бесплатные развлечения многодетным семьям, скидки. Мы проводим конкурсы. Все это при поддержке «Баше» абсолютно бесплатно. В торгово-развлекательном центре «Баше» всегда рады маленьким посетителям. В дни летних каникул их ждет здесь много праздников и сюрпризов. Всех детей Старого Оскола поздравляю с праздником. С праздником, с первым днем лета. И желаю, чтобы за каникулы вы набрались сил, задора, эмоций к новому учебному году. А «Баше» вам в этом поможет. С праздником!